Всем привет! Я продолжаю смотреть пародии, и сегодня я буду слушать пародию сатира на Оксимирона. Ну, сатира я смотрела, я знаю, что он такой, что-то там сильно близко похожего изображает обычно, да, не просто там голосом или музыкой, а еще и внешностью похожей, ну, не знаю, что там он изобразит с Оксимироном, но давайте посмотрим. Оксимирон. Ну что, похож. Я считаю так. Быть мужиком не значит уверенно бить молотком или жить за станком. Быть мужиком не значит спешить военком, чтобы духов душить сапогом. Не надо об руку тушить угольком, навеки вступая в братство. Чтобы мужество пана браться, не нужно в фонтанах драться. Сейчас, секунду, попью. Что, Оксимирон такой, да? Сильно пьющий? Можно быть снаружи задротом, что на вид, как услужливый ботан, и дружит лишь с дотой. Ну, знаете, такое ощущение, что вот, как бы, ну, батл, да, он сейчас изображает, да, батл, только не знаю с кем. Я Джонни Боем слышал. Внутри отборным мужчиной, а не с грудой накачанных мышц топорным дубиной. Можно жить с редкой смешной бородкой, в штанах с черенком коротким, но силу иметь размеров огромных в своей черепной коробке. Мужчин определяют поступки. Это самая важная хрень. И я совершаю такие, как минимум, каждый день. Тут, конечно, такие тонкие намеки, про которые я не все понимаю. Оксимирон? Я пришел тебя предупредить, что в будущем твоя империя в пизду летит. Не от того, что ты набрал туда бездушный щит, а от того, что ею правит старый душный тип. А, если поверишь, что в батлах ты КМС, тебя погубит слава, и это слава КПСС. Ой, после батла станет точно всем ясно, что в этой жизни ты умеешь только ебаться. Хочешь знать, кому в Горгороде станет грустно? Кто останется с тобой из твоей старой тусы? Лишь один, и не потому, что самый трушный. Он не понял всех зашкваров, ведь не знает русский. Когда выстрелишь, не вздумай попасть в телек. Дорожку там постелят, но тут же и пасть склеят. И спустя время ты будешь и сам верить, что манифест — это фестиваль денег. Я пришел к тебе, как Гамлету, мертвый отец, рассказать о том, что твой твердый протест быстро превратится в теплый насест, а темный подъезд — в огромный дворец. Этот отреченный классовый изгой станет утонченной пафосной звездой. Как бы вот это все с собой я увлекся из его треков. СЛСП, как он, да? Это не хватит клипа, надо снимать полный метр. Аля, стоп! Ведь это киношка есть. Ее снял Рома Жиган, твой ближайший кент. Где тот Мирон из треков типа «Я хейтер»? Сейчас этот чувак с еблом типа «Я ментор». Ты был новатором, когда был рэп а-ля центр. Сейчас новатор Локи Мином поменял гендер. Эй, тебе говорила бабушка, не трогай голубей, они все обосрут, так и не взлетев. Но под их строки дергался довольный твой еблет. Хуёвый батл рэп, ты год это терпел, а Готэм-то не дверь, как Колфилд на бикрень, как Морфи на ячмень, в коморке для бичей. Давай, пожалуйста, без этих отличных идей, строки для элиты заебут обычных людей. Я пришел к тебе, как Гамлету, мертвый отец, рассказать о том, что твой твердый протест быстро превратится в теплый насест, а темный подъезд в огромный дворец. Этот отреченный классовый изгой станет утонченной пафосной звездой. Ты не увлек за собой, а увлекся собой и проем свой огонь. Я надеюсь, ты все понял. Это же просто ужасно. Нахуя ты побрился налысо? Причем тут это? Ты понял, что я тебе говорил? Мое время на исходе. Такое уродство. Никогда так не сделаю.
Ну, конечно, тут много мне непонятно, но судя по тому, вот что это все было, ну, поправьте меня, если я не права, да, что Оксимирон всех за все время, пока он тут вот существует, у него как бы не осталось друзей, видимо, судя по всему, да, и вот это было как бы основной подначкой всего, что вот чем он начал, чем закончил. А вот тонкие намеки на это присутствовали, и, скорее всего, это было так и есть. Ну, это как бы про смысл. Вообще, очень хорошо сделан. Мало того, что сильно похож сам. А во-вторых, и по голосу, и по сути, да? И вот по интонации, по на лицо. Ну, были, конечно, иногда там проскакивали, что это не он. Но, в принципе, очень близко по смыслу, очень близко по тексту. Когда вот он читал текст, да, вот я тоже же, сколько я всего Оксимирон практически переслушала. Вот эти все треки шли его, и про Горгород там, и вот когда он с ЛСП, и когда он там на фоне то ли вокзала, то ли чего, потом где он там на крыше, вот это все, я помню все эти треки. Вот, и вот это все вот как бы было взято оттуда, и тем самым как бы увеличивая схожесть с Оксимироном. Вот я вообще, знаете, вот люблю вот таких пародистов, которые вот настоящие, вот Сатир молодец, настоящий пародист. Ну, единственное, что как бы я не все поняла по смыслу, просто потому что я не всю биографию Оксимирона знаю настолько хорошо, как вы все, и поэтому мне тяжелее понять вот этот вот весь смысл того, что тут было. Что-то там про голубей было непонятно, что это имелось в виду, и много чего еще. Ну, как бы такие тонкие намеки, непонятно на что, присутствовали. Здорово, молодец, всем пока.